если вот сломался ботинок, как у меня, то надо ходить к хакеру или чинить сами, самой. Он работает в интернете. Он вот так подставляет ногу, и кто-то другой, и он должен не упасть. Хакер – это рокер, который играет на гитарах, на разных инструментах. Хакер – это тот, кто хакирует. Он играет в шашки и шахматы. Хакер? Я думала, что он делает. Что он хаперит. Он знает все про шашки, шахматы, там, физику. Хакер очень плохо. Бог создает его, а он разрушает жизнь. Например, вот антенна, к примеру, не работает вверху, а у нас интернета нету. Папа пытался что-то сделать, но не смог. Пришел там хакер, попробовал. Он посмотрел, что там вроде с компьютером все в порядке. Пошел наверх, может быть, антенна не в порядке. Взял антенну и починил. Я маленький хакер.